мы приехали. Все это крокодилом? Да, мы приехали к крокодилам. Самые большие в мире крокодилы здесь написано. Ну, не крокодилы, а эти. Аллигаторы. Билет сюда стоит на взрослых 25 с копейками, с налогами. Где-то 27 долларов билет стоит. На детей до 18 лет 17 с копейками. И до 3 лет бесплатно. Тут должны быть медведи. Не вижу я в очках, не вижу, есть ли там медведи. Вон он один лежит. Тут их два. И вот у них там жилье вот такое вот. И туда вот они могут залезать. Пахнут от мишек, немножко попахивает, конечно. Дети мои фоткаются. Классно. Мои курочки меня встречают. Мои красавицы, мои хорошенькие. Мои пригоженькие. Ну что ты, как тебя зовут? Васечка, Петечка. Ну? Я вот совсем рядышком вот с ними. Вообще не боятся людей. Такие зубы, зубы, зубы. Такие пасти, пасти, пасти. И пошли. Абсолютно no alcohol beyond this point. Никакого алкоголя вообще. Ну, понятное дело. Тут нигде никакого алкоголя быть просто не может. Так, и вот мы где находимся. Вот тут мы находимся. Красотень. Красотень. Жалко, сегодня бот этот не работает. У них, он говорит, бот is down. Вот они его отремонтируют. Вообще, мы вот тут садимся, и вот так вот мы плывем. Вот это все кишит аллигаторами. Это вообще сказка. У меня несколько поездок здесь есть, я снимала. Но сегодня, к сожалению, не будет. Сегодня в час, через полтора часа будет кормежка аллигаторов. Мы должны будем здесь оставаться подольше, чтобы посмотреть, как эти смелые и отважные мужики будут, или женщины будут входить и это кормить аллигаторов, вот этих громадин. То есть нам надо тут погулять полтора часа. Хотя тут особо гулять негде, но мы погуляем, потому что нам надо дождаться кормежку. К сожалению, сегодня не будет этого бот-тюр. Это, видишь, ряска. Мне сказали, что это ряска. Как будто бы, как кормить будто... не будут? Вон стрелки такие. Но это еще маленькие, там есть гораздо больше. Сейчас посмотришь. Это еще крохи. Они обычно вот тут лежат все. Сейчас все пошли в воду, им жарко. Вон они. Красавчики такие. Видите. Красотка, рыжулька такая пошла перекусить. Кто она? Я, честно, не разбираюсь. Рысь, не рысь? А вон черепах сколько. Вон они. Красотки плавают. Ну что, бон аппетит тебе. Я пошла дальше. А тут поселение как бы индейцев. Native American Village. Sir Tour Guide. Попозже они откроются, мы просто рано приехали. Тут они поделки вот свои продают. Настоящие индейцы. И всякое разное. Ну почему нет воды? Наверное, где-то у нее есть вода. Сейчас попробую. Скажи, пить хочу. Ой, как она скрипит, ага, ногтями, когтями. Дайте ей водички. Красавица, черепашка-тортила. Jungle Nature Trail. Пойдем. Такие висюшки, такие страшилки. И вот сейчас начинается самое, вон какой варан громадный. Сейчас начинается самое такое жуткое место. Тут можно фильмы ужасов снимать. Варанчик такой, тоже рыжулькин.
Вот эти vultures. Волки переходят дорогу. А кто здесь живет? Волчерс — это стервятники. А, волк, да. Тут волки. Не вижу я их. Наверное. Где? Ну да, вон он какой громадина лежит. Монстрила. Какой. Туша такая. Обалдеть. Деревья поросшие. Ну, все как обвито, завито все. Обаньки. Природа потрясающая. Ты добычи не добьешься. Не дождешься, вернее. Черный ворон, я не твой. Куда волка дели? Сожрали, что ли? Вон они срезанные все, сбитые все головки. А посмотрите, какие пальмы шикарные, верхушки. Даня, это просто вот для съемок фильмы ужасов. Он маленький лежит. Красавчик. Вот, смотри, вот здесь прямо внизу. Ага, этот Малипуськин. Где ваши мамки с папками? Так красиво вот эти попадали пальмы. Такое жутковатое место. Когда солнца нет, когда тучи такие черные, прям жутковато здесь. Ну вот эти верхушки пальм, конечно, сказочные. Вот эти мертвые деревья сухие. Обалдеть. Вот тут тоже могут быть крокодилы. Они сюда тоже залезают. Вон он. Угу. А можно тебя за хвостик потрогать? Васечка. Васечка такой жирненький. Спит. Весь в грязючке. Мне кажется, им жарко здесь. Вон Малипуськин залез в лужу. И вон тот тоже в луже сидит. А вот это за... А, вот он. Вон монстрила. Вон, смотри, какой за деревом. Видишь? С той стороны обойдем, посмотрим. Да. Солнце припекает хорошо. Нет тучечки сегодня. Мы сейчас отсюда на пляж поедем еще. Сейчас пойдем покатаемся на аэробот. Посмотрим живых крокодилов в натуре. Ну, хотя их здесь дофига больше. Посмотрим. А потом пойдем на запуск ракеты. No feeding. Не кормите, не кормите. Васечка, тебя никто не кормит. Мальчик маленький мой. Смотри, какой лежит, отдыхает. Глазки закатил, ему хорошо. Такой небольшой, как бы, зоопарк, не зоопарк. Вот хорошую прибыль дает. Тут очень много людей посещает это место. Потому что уникальное, конечно, место. Вот эти вот, еще повторяюсь, вот эти, конечно, красивые деревья. Вот такие вот. Вот такие вот какие-то фантастические. Плюс зеленые крокодилы. Я никогда не видела зеленых крокодилов. Тут они все поросшие зеленью. Это ряской. Вон она, эта речечка. Вот мы сейчас как на островке находимся, так вокруг, везде речка вокруг идет. Вон маленький крошка лежит, ага. Их тут тысячи, они просто все, вон, он лежит уже зеленью покрытый весь. И вон тоже их. Монстрилки такие.
Вон еще один. Я не знаю, куда они дели больших крокодилов. Тут что-то одна мелочь осталась. Там, наверное, с той стороны где-то либо в кустах лежат. Он пошел, поплыл. Нам на руку дели такие штучки. Имеется в виду, что мы заплатили, проплатили. О, вон, смотри-ка, Ваня, Даня, смотри, какой громадный. Ух ты! Вот это крокодил, вот это аллигатор. Всем аллигаторам аллигатор. Наверное, дедушка всех их. Батя. Или ты бабушка. Яу, вау. Ух, какой красавчик. Ух ты, какой красавчик. Такой жирнюшкин, такое брюшко. Дрыхнут все, просыпайся. Крошечка, еще один лежит. И вот мы когда плывем по лодочке вот здесь вот вокруг, боже, как их много. Они вот тут, они со всех берегов, они все прыгают в воду, когда мы едем. Я, если не забуду, сюда поставлю видео. Несколько лет назад я снимала, вот на этой лодочке мы здесь катались. Это было нечто. Ку-ку. Пошли дальше. Тут не глубоко, тут чуть-чуть водичкой накрыта земля. А сейчас тем более, сейчас давно не было дождей таких сильных, и как бы водичка немножко ушла. Птицы кричат. Надо было мне чем-то плечи накрыть. У меня плечи голые, уже такие подгорают, чувствую. Монстрик спит. Ну что ты, монстрик? Ну хоть глазки открой свои голубые, покажи, какие красивые глаза. Эй! Опаньки, открыл глаза. Опаньки. Мы, оказывается, хорошо слышим. И мы хорошо видим. Все, спи, мой хороший. Прости, что разбудила. Спи. Critter Creek. Natural. Флорида Хабитат. Хабитат. Это место жизни животных. Еще мостик строит один. Вон крошка совсем маленький лежит. Вон еще какие монстрилы. Итак, пошли дальше. Вот тут заканчивается. Пошли дальше. Птицы поют. А птицы поют. Вон он еще мальчик лежит. Тихо, не падать. Тихо, не падать. Красавчик. Он маленький. Лялечкин. Тут их так много было. Куда они все их? Может, они их поели? И вот он опять. Как я говорила, вот так вот вокруг. Это вот мы на островке на таком находимся. И вокруг нас вот это везде такая водичка. Зубки чешутся, да? Да. Хорошенький такой. А зубок-то там. А возможно, он даже взрослый. Они маленькие здесь, они не крупные. У него зубок, он вообще маленький зубки. Лялечка. Козочка, не козочка. Да, он чешется. А вы, куколки? Страусы ему. Идет еще одна. А, она просто беленькая. Я думала, это какая-то козочка. Она просто белесенькая такая. Бегу, классно. Это олени. Вот такие маленькие олени. White-tailed deer. Вон они доедают пищу эти. Стервятники. Питаете, да? Это стервятники, да. Они вот эту гадость за ними доедают. Да. Тут им счастье. Вот оно местечко, чтобы не провалиться, только там отсюда даже воду видно.
Не дай бог не провалиться туда. Ой, какая красота, боже. Тут уже полно-полно аллигаторов. Расплатим. Где-то воду взяли. Мы не собираемся даже. Пойдем в машину сходим за водой. Койот. Койоти. Приветик, красавчик. Приветик, красавчик. Иди сюда поближе. А вон еще один. Вас тут парочка. Похоже на волков. И хвост лисий. Вон как они кричат. Орлы кричат. Это пальмы такие, они без листвы. Они... Тебя даже не видно. Что ж только сеток поставили, куколка моя. Ты, наверное, нападаешь тут на всех, да? Поэтому тебя закрыли вот 10 сеток над тобой. Лялечка моя. Ну? Что ты там такое кушаешь вкусненькое? Что там такое вкусненькое? Нямы-нямы-нямочки. Нямы-нямы-нямочки. Да, закрыли прям реально хорошо закрыли. Вообще ничего не видно. Одна, вторая, третья, 4 сетки. Тут тоже обезьянки. Угу. Ну что ты, усатый полосатый? Мальчишка. Ого-го-го-го. Они летают с таким шумом. West Coast. Смотрите, как красиво. Пришел. Это кто? Тоже олененочек, что ли? Ну да. Совсем крошечный. Махонький. Рожки маленькие. Такие рога малюсенькие. Блошек собирает. Блошек ловит. Вот это любовь. Правильно. Уход должен быть уходовым. Вот так вот. Вот так вот. Что-то блошек на тебе нет. А ну-ка я тебя шлепну. Нету. Совсем безблохастая. Зря время трачу. А ну-ка, если там. Нету нифига. Классный такой. Они же всегда греются. Такие плоские черепахи. Ого, сколько их. А тут малышня. Малышня-карандашня. Лемуры. Ага, тут у них точно. Им только барчика не хватало построить. Пацаны, барчик надо вам построить? Вот им года по 3. По 3, по 4. Они малюпуськи еще. Сделай наш телефон такой. Не по фигня, на самом деле. Ух, сколько. Детвора. Детский сад. Baby American Alligators. Бэбички. Это ясельная группа. Детский сад «Ромашка». Совсем крошечки. Пойдем сюда. Пойдем, Галь, сходим. Crash course of all the gators. Take one hand, make a C shape, goes here underneath his neck, you hold him tight. His arm goes over his tail, under his belly, don't squeeze it tighter, you will get people.
Хочешь сфотографироваться? Итак, шоу начинается. Питонище какое. Громадина такая. Так, их скоро будут кормить, и мы сейчас сходим попьем водички и вернемся. Смотри, как он морду на спину положил другому. Смотри, какой шкодный. Типа подушечка моя. Вон оно. Вот так. Как мне хорошо на твоем хвостике лежать. Только не шевелись, пожалуйста. Не вздумай шевелиться. Шукамикадзе. Сейчас тебя сожрут. Видишь, там оказывается не глубоко. А, это она сидит на дереве. Ага. Там, мне кажется, они их даже пошли не едят. Пошли передохнем и вернемся. Красавчики. Иди, иди, иди. Иди. Точно, что куры. Не знаю. Интересно. We will be back in several minutes. Кормит девочка. Туалет не хочешь? Ты ж какой красивый, Мишанечка. Жарко тебе? Их там два. Они лягли и чекают. Вот так вот. Разлеглись, красавцы. Я не буду вас трогать, я не буду вас трогать, я просто вас сниму. Лапочки такие выставили, такие сексуальные и такие мальчики. Красавцы мои. Через вас мимо пройду, я не буду вас даже дотрагиваться. Нет, 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 куколки мои, ну простите, пожалуйста, я Мишку хочу посмотреть. Он какой Мишка, его оттуда с той стороны можно кормить. Там он специально вставлена труба, и в трубу туда опускают ему еду. Или уже нету? Уже нету. Раньше была труба такая, к нему шла белая, пластиковая. Его можно было кормить. Сейчас все уже этого не делают. К сожалению. Жарко тебе, маленький. Пойди вон в бассейнике поплавай. Туалет еще один. Там внутри есть туалеты хорошие. Там, где мы билеты покупали в этом офисе. Хоть бы не свалиться, хоть бы не свалиться. И тут уже должна быть куча крокодилов. Где я не вижу. Вон он лежит. Красава, вон еще один. А, вон они. Да что такое, камера, что с тобой? Камера, что с тобой? Ты всегда так чудесно работала. У нас сейчас 29 градусов по Цельсию. Я только что посмотрела в интернете. Оп-оп. Что-то там полы проваливаются. Хоть бы не упасть туда. Мишанька, вот он, пошел лег тенечек. Ой, мать. Вот так вот. Давай, чихнул. Плесчи. Будь здоров. Миша! Мишаня! Плесчи, кто-то там еще чихнул. Ай, плесчи. Красавчик, ну можно я еще разок пройду? А можно? А можно? А пропусти, пожалуйста. Я тихонечко, тихонечко. Я тебя даже трогать не буду. Лежи, 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 лежи. Я тихонечко. Не удалось мне пройти, не удалось. Прости, дорогой. Ара, ара. Попка дурак, попка дурак. Ох, сколько. Сейчас уже будет кормежка. Под стол залез. Страшно пугалась. Думала, настоящий сидит здесь. Итак. Сейчас их будут кормить. Jungle Swamp Cruise. Круиз. Но сегодня у нас не получится покруизничать. К сожалению. У них сегодня бот в ремонте. Бот. Вон они уже ждут еду. Вот они уже все пособирались. Они знают, что их сейчас будут кормить. Пошли. Ты за что он тут лежал? А я тебя-то и пропустила. Монстрик ты мой. Монстрик ты мой. Тут выложили все.
Вот он наш бот. Никто его не ремонтирует. Вот мы снова идем на Indian Village. Мало сегодня их. Лодочка такая утла лежит. Вон седло настоящее. Вот так вот. Кастомахи чьи-то. Ничего сегодня не продают. А вот что-то продают. Нет, это не продажа. Обычно они тут продают всякие разные штучки, такие индейские. Ну а сегодня как музей. Лассо. Нет. Синичка. Вот. Тут у него двигатель, как в самолете. Мы сегодня тоже, наверное, поедем на таких аэроботах. Или, может, в следующий раз, уже не сегодня. Видно. Только что так рычал, я пока батарейку переставляла, он как рычал. Самочку, видно, подзывает. Пашке же налили водички, вон она спит. Куколка маленькая. Данечек моей кепочки. Я вас потерял. Так, мы ждем кормежку. Уже вот-вот-вот. Когда там идем? Красавица ты моя. Ну выйди, выйди. Выйди, давай, покажи ты себя. А как тех кормят? Их же тоже должны кормить. Дай ему по барабану. Сразу бутылку не кидай. Не надо. Ты ж можно поймать. Вон их сколько. Девчонки-печенки. Упала. Держи, Баша. Она сейчас перевернется. Не трогай, Вань. Она, да, просто решила поспать на спине немножечко. Она сейчас сама перевернется. Они умеют. Не, они должны помочь. Чип и Дейл спешат на помощь. Лапками сучит. Что такое? Блин, все пошли ее спасать. Давайте. Давайте. Спасайте. Давайте. Алло, ты не на меня смотри, а иди спасай подругу свою. Алло, ты че? Пошли, глянь, все пошли. Да! Чихать они на нее хотели. Хай себе спит. А вдруг они ее не перевернут? Ну, Галя, ну как это не перевернут? Что, думаешь, она первый раз-то, что ли, так упала? Давай я помогу, я тоже. Не надо. Спящая красавица. Пока не поцелует ее красивый принц, она не проснется. Все, я сплю, не трогайте меня. Оставьте меня. Смотри, как она ползла, да? Mm. Вот дура, вот с той стороны зайди спокойно. Нет, ей надо. Ну, она может быть. Она, видимо, так залазит сюда. Ну, она альпинистка просто. Вы не понимаете. Легко оттуда любой зайдет. А ты попробуй забраться. Кстати, вот этот вылез вообще есть. Ага. Они ждут, что мы их покормим. Вот чем. Спит. Оп! Тихо, не падать. Вон он, белый какой-то. А это крокодил у него длинная. Или это аллигатор тоже. Хрен его знает, я их не разбираюсь. Крокодил, американский. А, американский крокодил, да. У них, видишь, мордочки такие длинные. Где он? Вот он лежит. Поднимаемся. Да, там все уже это покоцанное, туда нельзя идти.
Потому что там все прогнило. Что, павлины? Дикие-дикие джунгли. Что ли вообще... А, нет, шиш, вот шиш, он красавчик. Шиш. Тебе водичка холодная течет, иди плавай. Знаю, сейчас время кормежки будет, пошел. У него часы внутренние сработали, пошел поближе, чтобы первому ухватить свой кусочек курочки. Их курятинка кормят. Поплыл. Вот уже люди идут, сейчас будут кормить. А где Даня? Где написано «No swimming». Какой же дурак, кто-то пойдет плавать. Это же все полным-полно аллигаторами. Это прикол, наверное. И там какой-то прикол написан, но я не могу прочитать. Там все заросло этой травой. Турист. Что там турист? У них какая драчка. Ничего себе, как они сейчас стали дергаться. Я не успела. Прям опа, опаньки. Разозлился один. Долго вы меня не кормите. Где вы? Как он прямо, как он ломанулся. Всех крокодилов перевернул. Он плывет. Кто-то его обидел, мальчика маленького нашего. Кто тебя обидел, зяенька? Сейчас я с ними это. Сейчас вам места мало будет. Кто обидел мальчика? Сволочи такие. Ну, пойди-ка разберись, пойди. Сейчас. Вот так вот. Сейчас я вам покажу всем. Драчу. Надоело ему спать, надоело ему есть, пошел драться. Все? Запал прошел? Как он сбунтовался, не успел. Я камеру включала, пока прямо такие всплески крокодилов раскидал хвостом своим. Вот так вот. Давайте мне есть уже в конце концов. Надоело ждать. А то сейчас я взбунтуюсь. Возбудюсь не на шутку. Этот от греха подальше ушел. Спрятался в воду. Во-во-во-во-во, опять гоняет он меня, гоняет. Вот так. Драчка. Я голодный, сейчас я тебя съем. Вау. Вот так вот я с вами. Тот пошел. Скорее от греха подальше. А тот пошел. Глянь, что делает. Вот так вот. Идите все, моя порция первая. Это он их разгоняет, типа, сейчас я буду первый есть. Все на мороз. Вот так вот. Всех разогнал. Вот. О, опять. Что такое? Ты чё ругаешься? Ты посмотри, кусачий. Крокодил бывает кусачий, только от жизни собачий. Ну и что? Ты грубиян. Ну-ка. И тут плывет. Хвостом машет. Сейчас он его тоже. Он тут подплывает, сейчас что-то будет. Ну-ка. Кто-то шел под мост. Вот так вот. Сбаламутили всю воду. Вот он. Беснуется. Ну-ка. Затих. Вот так вот. Она ждет. Наверное, команды какие-то дают. Точно, 100%. Опа, пошел под воду, погрузился. Сейчас он подплывет сзади и снова начнет драться. Он кусал их, да? Да. Он их толкал больше. Ну-ка, ага, чувствуешь, приближается угроза.
Пойду-ка я отсюда, ну вас нафиг. Подводная лодка плывет. Они уже голодные, они знают, что сейчас кормить их будут. Ждут, не дождутся. Пошел, пошел, пошел. Тут круги наматывает. А там вон еще два чудушка лежат. О, вон тетка идет. Вон дядька. Так он что, он оттуда будет кормить? Здравствуйте. Пластаны лежит. Вообще не двигается. Угроза, угроза подбегает. Сейчас. Давай, давай. Вон второй. Сейчас вам это. Ага. А ну-ка вставай быстро. Ну, сейчас буду тебя. Давай. Такая дрейфующая махина. Я тоже водичку хочу. Можно с тобой поплавать? Иди ко мне, иди, я тобой полакомлюсь. Нетушки. Дулечки. Видишь, такие стоим прям под мост подплыл. Я невкусная, нет, абсолютно невкусная. Не-не-не. Ты даже ко мне не это. На меня не нацеливайся, не. Какой панцирь на нем. Вон папа пришел уже вас кормить. Он уже в сапогах резиновых. Сейчас начнется представление. Луки вышли. Вон они, красавцы. Как мы воем на Луну. Пошли еще раз обойдем. Нам 5 минут хватит. Time for alligator feeding. Сейчас будут кормить их. Time for gator feeding. Она что ли их будет кормить? Она и в воду не будет заходить. Время, чтобы кормить аллигаторов, и кого-то позвала. Вообще они в воду всегда заходили. Не, ну так нечестно. Они раньше заходили в воду. Ну все, мы приехали, пердык. Смотри, поплыл. А тут дрыхнет, ему все равно. Он дрыхнет. Hey, box, Go back, Daisy. Oh, no. Okay, come on, Daisy. Grumpy girl. Она в воду не будет заходить. Tickle, gator. You saw... Oops, sorry, Daisy. Go, Daisy! Well done. Oh, you're dangerous. That looks bad. I'm not dangerous. I'm cool. She's dangerous. Nah, she's cool. Doppelganger! Она зовет крокодилов. Giving it my best to an alligator that doesn't listen to me. They'll pick a person and just not like them. For some reason, doppelganger doesn't like me. But all right, guys. So before I just start feeding our alligators, it is very important for y'all to understand feeding gators out in the wild is illegal. So please do not go out into the wild and take this as an invitation to start feeding them. All right. Alligators can be trained, but when you feed them out in the wild, all you are training them is that people mean food. That's how you start getting alligator attacks. It only takes 3 times of them being fed by a human to lose their fear of people. Once that fear is gone, it does not come back. You will ultimately make an alligator that's going to attack a human. And an alligator that's going to end up getting euthanized. Our gators out here, they're on our property their entire lives, so they learn a little bit more than just people need food. They learn things like their names, they learn a few different commands, and they learn to wait until they get called. Они родились и живут здесь. Они знают людей по имени, они знают свои имена. Because we have them from the time that they're little hatchlings right out of the egg all the way rest through their entire life up to 80 to 100 years, however long it is that these guys will live for. Они живут до 98 лет. Captivity, how long they'll live for. They can't outlive that though. That is 98 лет. So, like I said, please make sure you guys aren't out there feeding alligators in my home or yours, whichever one has more gators. Pipsqueak! Pipsqueak! Come on. Ah, not bad. Pipsqueak! Come here.
Come on, get up. Oh, good boy. Oh, fuck. Go. Back in the water. Meatloaf! You couldn't have brought Doppelganger? Meatloaf, please. Come here, Meatloaf. I knew that was you. You big old thing. Do they actually know names? Yeah. Did you hear me call Meatloaf's name when I first walked out here? Yeah, Meatloaf. That's Meatloaf. Meatloaf. Because he looks like Meatloaf. Because he's missing an eye and he has osteoderms ripped out on his back. He's also the third largest alligator we have. And he has a hole in his snout from a fight he's gotten. Один из трех самых больших аллигаторов, которые... If you wanted specifics, where we're at. That's how I know he's Meatloaf. They really all do look different. The more that you work with them, the easier it is to tell them apart. What kind of food is that? Rotten meat. Here, my ex. Прогнившая. Прогнившая. Чем кормить? Говорит, прогнившей едой, прогнившим мясом. Она говорит, это мой экс-бойфренд. Come here, Stas. Good girl. Head up. Head up. Open your mouth. Open. Открой твой рот. That's so dicey. So dicey. Meatloaf, are you gonna come eat? Just stand there and look. Bless you. Come on, Meatloaf. Meatloaf. Come on, Meatloaf. All the way. Meat это местные тефтельки. She just went the extra mile, literally. Come here, Meatloaf. Meatloaf. Колбаска. Come on. Are you gonna come eat? I'll have my boots on. Don't make me put my boots on. Meatloaf. Well, if you're gonna be lazy. I'm just gonna go with me. You're gonna be lazy, I'm gonna be equally as lazy. She's lost out here. В прошлый раз я была здесь, мужчина заходил прямо по колено в воду. Just in case you were wondering. You guys have any questions about our alligators? Why are they so cute? I risk my life for your entertainment. How long have you been doing this? A little over a year. Here. What about the great big one that we see back here? What's its name? All the way in the very back of the park? Yeah. His name is Goliath. He's the largest alligator we have here. He has 14 feet and about 1,000 pounds. 14 feet? Yep. Он тут 14 feet и 500 килограмм веса. Don't they normally have 3-4 or like... Don't they normally have what? I'm sorry. How many feet? Don't they normally have 4 feet? Oh, no. He's 14 feet long. Okay. Right. No, if he had 14 actual feet, it would charge you so much more for admission. That'd be wicked, though. Now, do they play possum? Почти 4.5 meters. Because when we came up on him, he let out a really, like a death, you know. Playing possum. Does he uncontrollably pass out when he is afraid? Yes. No. That is him saying, look, if you've got food, I'm here and I'm willing to take it. So please don't stick your arm over the side of the rail because that is food. He is wanting to come out to do gator feedings because they know that we're here and we have food. And they're letting us know that. Don't put my boots on. Junior! Come on! Please. Come on! That's where their ears are at. Уши прямо за глазами. That's for putting up with me. All right, come here, Dune Dog. Junior. The love of my life. Любовь моей жизни, она говорит. Junior, она here. Говорит, you are handsome. Ты красавец. Not fast, not fast. Come on, Junior. Not fast, not fast. Back up. Back up. Come on, Junior. Trying to get to you without the boots. Go, back up. All the way. Get all the way back. Go. Junior, head up. Head up. Come here. I'm sorry. Aren't you good? Oh my god. Boy, Junebug. Yeah, they're the world's largest migratory freeloader. That's Junior. Cute, isn't he? Not at all, Junior. Пришли воровать еду. Yeah, wouldn't that be like cannibalism? Cannibalism. Like my mom used to have a bird, she fed it eggs. Why? Hi, Smiley. Oh, смотри, смотри. That one. Head up. Open your mouth. Smiley. Oh, Smiley. That was 99.9% of my fault. Hopper.
Ого. Ого, как он рычит. Дань, ты снимаешь? Да. Обалдеть. А представь, когда мужик заходил по колено вот туда. Я думала, что у меня все отвалится от страха. Они едят птиц, только они вулчерс не едят. Вот этих черных птиц они не едят. Она говорит, я хорошо плаваю. Ты посмотри, прямо за ней идет. Пошли смотреть, как она зовут по имени. Говорит, ты голодный? Well, ma'am, that's a no. That's a no. That's a negative. Он сзади подплывает. Good morning! Are you hungry? Good morning, она говорит, доброе утро. Ralphie's like, oh, if you don't want it, I'll take it. Now look, he just swam up there. Meatloaf, the third largest gator in the park, is right on that side of the tree. Second largest alligator in the park is on that side of the tree. Grumpy was like, I don't think I needed that much. Are you hungry? Bone crusher. Come on. Ломатель костей. Come on. Yeah, a man named him. So did that one get that food? No. No. He might have gone under the water and found it, but probably not. Grumpy, come here. Come here, Grumpers. Head up. Head up. Open your mouth. Head up. Dangerous little. Good boy. Now go, back in the water. What? So they recognize your voice and they're not threatened by you? No. It's actually funny. Они узнают ее голос, и они не боятся ее. A few minutes ago, the one that got all excited about, he took him 6 months before he trusted me enough to come eat from me. 6 months они привыкали пока к ней, чтобы она их кормила. Yeah, it took him about 6 months before he would trust these things aren't necessarily to attack people, it's to stay away from people. Come here, Meatloaf. You're scared of me. Head up. Open your mouth. You got it. Yeah, give me something to work with, Meatloaf. Is that the one? No, no. That's Meatloaf. You ain't gonna get that one. We tried. Got it. No, alligators, excuse you. Manners, sir. That was a burp. Burped. Burped, Mikey. Yeah. Alligators actually have an innate fear of people, even though Meatloaf is 11 feet long. I'm just fine. Like the snake eggs, they are soft shell. So most reptile eggs, they're soft shell, and they look like if you inflate a glove, and so are they lose off more alligator eggs than any other animal in turtle. The world. No. No. Fire ants. Fire ants? Fire ants are an invasive species. Они съедают яйца аллигатора. Вот эти муравьи маленькие, которые я говорила тебе, которые нападают и жалят. Они самые большие, как бы сказать, кто... Кормежка закончилась, sorry. Все. А мы поехали, сейчас будет через 45 минут будет другое шоу с маленькими аллигаторами, но мы уже поедем. Нам надо на пляж попасть. Все, до свидания. Видите, настоящие шкурки аллигаторов. Вот они ножки, вот они головушки, ушки, лапки и все это прочее. Все, спасибочки большое. Мы поехали дальше. Мы поехали на пляжик. Моя машинка превратилась в сауну. Мы сейчас заходим, включаем кондиционер на полную мощность. Потому что тут сауна. Вау! Вау, вау, вау.
Включаю. Ух, жарень какая. На всю. Кондишн на всю. Ну, понравилось, Данечек, тебе? Да, очень. Классно. Галюсь, понравилось? Супер вообще. Мы сейчас еще к розовой свинке заедем. Уже 30 градусов по Цельсию сейчас.